Давайте сегодня решим вот такую задачку из задачника Кепи. Информацию о задачнике оставлю в описании. Это задача на тему общего уравнения динамики. Общее уравнение динамики. Сумма элементарных работ активных сил и сил инерции на любом возможном перемещении равна нулю. Возможное перемещение – это перемещение, которое допускается наложенными связями. Активная сила – это сила, способная вызвать перемещение. В нашем случае здесь только одна активная сила – это вращающий момент. Работа момента m на φ со знаком плюс, потому что этот момент вращает. Покажем возможное перемещение, угол поворота. И, соответственно, одна степень свободы, покажем возможное перемещение двух других тел. Дельта S1 и дельта S2. Тела перемещаются поступательно. Вот возможные перемещения. Покажем ускорение. Нам сейчас нужно приложить силы инерции. Силы инерции прикладываются против направления ускорений. Покажем ускорение тел. Момент инерции прикладываем против углового ускорения. Против линейных ускорений прикладываем силы инерции. Сумма элементарных работ сил инерции равна. Работы сил инерции отрицательны. Это будет минус m инерции на дельта φ 3 на возможное перемещение третьего тела на угловое перемещение. И минус работы сил инерции, приложенных к первому. И второму телам. Работа, напомню, это сила на перемещение. Работа силы – это сила на перемещение, вызванная действием данной силы. Работа момента равна произведению момента на угол поворота. Ну а теперь нам нужно выразить перемещение через перемещение третьего тела. Для этого воспользуемся формулой Эйлера и сначала найдем соотношение между скоростями. Покажем угловую скорость третьего тела, омега-3, и покажем скорости первого и второго тел, v2 и v1. И выразим v1 и v2 через угловую скорость третьего тела. v2 равняется омега-3, да, я здесь описался, омега-3 на расстояние до центра вращения, омега-3 на радиус маленький. Если мы проинтегрируем эту зависимость, мы получим зависимость между перемещениями. Интеграл от скорости – это линейное перемещение. Интеграл от угловой скорости – это угловое перемещение. Далее найдем соотношение между ускорениями. Теперь выразим скорость
первого тела V1 описался здесь. V1 через угловую скорость третьего тела. Это омега-3 на r большое. Проинтегрируем эту формулу, получим зависимость между перемещениями. И аналогичным образом получим зависимость между ускорениями. Момент инерции – это есть произведение осевого момента инерции на угловое ускорение. Сила инерции – это есть произведение массы на линейное ускорение. Выразим ускорение первого тела через угловое ускорение третьего тела. Такую же операцию проделаем для силы инерции второго тела. Ну а теперь соберем все в исходное уравнение, в общее уравнение динамики. Активная сила – это момент m на дельта φ 3 со знаком плюс. И момент инерции третьего тела и две силы инерции, они отрицательны. Да. Медленно делал, чтобы не ошибиться. Сократим сейчас все на дельта φ 3. Да, я сразу перемещение выразил через перемещение третьего тела, поэтому возможное перемещение дельта φ 3 это возможно, оно существует, оно не равно нулю, то есть оно допускается связями, поэтому мы можем разделить обе части уравнения на неравное нулю число, что я и сделал. Ну, отсюда выразим угловое ускорение. И подставим значение. Момент у нас 0,6 ньютон на метр. Осевой момент инерции третьего тела дан. Массы и радиусы даны. Подставляем, считаем. И получаем результат. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что были со мной эти 10 минут. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях. Всем успехов на экзамене. Пока-пока!